Всем привет! Сегодня мы идем на заброшку, которая как раз недалеко от нас. Мы недавно нашли там кочергу и нож и ключи. Сейчас мы уже приближаемся к ней. И сегодня с нами Артем и Максим. Мой брат. Да, мой брат. Ой, твой брат. Мы уже почти дошли. Вот мы и уже и пришли. Не очень так уж и крутая заброшка. Смотрите, эти ключи мы сегодня нашли. Видно? Вот эти. Итак, заходим. Покажи меня. Не, блин, ребят, если честно, там, походу, кто-то жил. Не знаю, по нам реально стыдно, как люди. Как люди. Люди, люди. Пятиминутная пауза. Итак, мы уже зашли. Нам сыкотно. Мы тут закинули ружье. О, кочерга и нож. Сейчас я моему брату дам нож. На, держи. Угу. Не знаю, что это. Да. А что это за ключ? Мы что-то нашли. Короче, ребят, смотрите, я нашел возле калитки какой-то бывший замок. Я не знаю, но тут ключ не вытягивается вообще. Невозможно. Ну ладно. Да. Там я не знаю, что там. Тут, как видно, уже заросло все. Смотрите, кто-то поломал. Смотрите, ребята. Картина здесь. И все как видно. Идите. А все летняя кухня. Здесь есть стол. И тут всякое, все, что не нужно нам. Люди, люди, люди. Только что я видела людей. Они нас чуть не увидели. Я иду. Тут окна заделаны. Я не знаю, что нам. Видите? Тут очень все сильно заросло. Для своего брата. Не знаю, что там было. Получилось? Блин. Вот, ребят, смотрите, там летняя кухня. А вот там. Плохо то, что у него ключи не влазят. И точнее, влазят, дальше не заходят. Видите, здесь много бутылок. Дверь закрыта. Значит, все окей. Чурга. Убийца. Так, идем до Максима.
смотрите, ребят, вот это. Дивиться, вот этим я не могу входа не открываю. Может, цитой, может, не то. Я не знаю, мы их нашли. Ну, тогда... Не, не подходит. Я сам покажу, где мы нашли эти ключи. Мы нашли ключи вот здесь. Сначала мы их не увидели, но потом Максим заметил, как они лежат. Мы уже подумали, что это от хата. Здесь какие-то странные звуки всегда происходят. Так что не знаю, чему удивляться. Где мы нашли ключи? Может, это не подходящие ключи, но надо обследовать. Может, где найдем настоящие ключи от хаты. Так. Не знаю, что там, мне как-то сыкотно туда идти. Эх. Ладно, пройдемся трох. Здесь много ос, так что я рисковать не буду. Ты говоришь? Много ос, говорю. Погнали. Ох, и с Богом. Надеюсь, ничего не случится. Простите, минутная по... Забор, мама. Есть? Да. Ну. Ну. Между этим немая забора. Люди, я попался на колючку. Там проходит дальше. Проходим, пошлите. Мой брат потерял ключи. Подождите. О! Больно. И неприятно. Пока брат ищет. Максим. Доска от вешалки, смотри. Круто. Я продолжаю съемку. Ты ключи потерял? Пошлите. Что же здесь за странные звуки всегда? Возьму на всякий случай уже кочергу. И буду идти направо. Значит, никого нету. Максим, ты куда? Что такое цепка?
Да, мне что-то это тоже не нравится. Ну, смотри, где я зацепился. Ладно. Заканчиваем видео это. Поставьте много лайков. И подписывайтесь на канал. Пожалуйста.